1 мая – праздник весны и труда, отметили в Керчи. Больше тысячи горожан прошли по центральным улицам города под государственными и партийными флагами. Колонну возглавлял военный оркестр, а следом – трудовые коллективы предприятий города. Среди них – сотрудники металлургического комбината, работники культуры, образования, медицины, а также ветераны, молодежные организации и гости Керчи. Главный лозунг демонстрации традиционный – «Мир, труд, май». Для многих этот праздник символизирует сплочение народа. При такой традиции люди чувствуют единение друг с другом, чувствуют, что одни одно целое и могут очень много сделать ради своего счастья, ради счастья своего государства, детей. Праздник мира, труда, солидарности трудящихся, праздник борьбы, праздник всего народа, где люди должны высказывать свое, как говорится, и недовольство, свои радости, делиться своими успехами, своими достижениями.